Проект «Формула SAE» или «Формула студент» — это настоящий вызов для всего студенческого сообщества политеха, и этот вызов был принят. Когда данный проект только начинался, можно сказать, фактически я был один, но сейчас за моими плечами большая дружная команда, способная решать сложные технические задачи, и у которой уже есть результат. Это первый в истории Санкт-Петербурга, в истории всего Северо-Западного федерального округа и первый в истории политеха студенческий гоночный автомобиль международной гоночной серии. Я наткнулся на статью про формулу SAE и подумал, как было бы здорово поучаствовать в подобном проекте, но, к сожалению, на тот момент ничего в Санкт-Петербурге подобного не было. И буквально через пару недель я наткнулся на объявление в своем университете и попал в команду. За год участия в проекте я получил самое главное, что важно для студента, а именно реализация всех своих теоретических знаний на практике и воплощение каких-то решений в реальность. На начальной стадии было три основных концепта. Из них был выбран наиболее жизнеспособный, и сразу началась параллельная работа над компоновкой колеса, кинематикой подвески, проектированием пространственной рамы и расположением основных элементов болида с учетом статической и динамической разрисовки. Наиболее сложные элементы были повергнуты дополнительному прочностному анализу и топологической оптимизации с учетом достижения максимальной жесткости при минимальном весе. По готовности базовой компоновки машины были внесены конечные изменения в проект с учетом регламентов соревнований. По итогу 6 месяцев инжиниринга проект был полностью готов и можно было начинать подготовку конструкторской документации. В конструкции болида мы использовали прогрессивные технические решения. Например, обвес мы сделали из композитных материалов, что позволило его сделать легким и прочным. Впуск мы напечатали на 3D-принтере из полиамида методом SLS-выращивания. Это тоже очень прогрессивная технология. Отдельно хочется отметить, что каждый, кто участвовал в создании болида, на практике смог применить свои теоретические знания и, что самое главное, смог получить новые. В нашей команде я занимаюсь экономическими аспектами. За последний год нам удалось привлечь более 10 спонсоров. Большая удача для нашей команды. И мы постараемся оправдать их надежды на соревнованиях в следующем году, где мы будем выступать, конкретно наш отдел, с бизнес-планом и отчетом о стоимости. И я считаю, это большой удачей представлять бизнес-план команды «Формула студент» перед экспертами международного класса «Формула-1». Я думаю, что наша команда добьется больших успехов на международных соревнованиях «Формула студент». Для нас этот год был очень трудным. Мы долгое время работали на заводе у нашего спонсора. Мы вкладывали все свои силы в этот проект, и мы получили тот автомобиль, о котором мы мечтали. Данный автомобиль конкурентоспособен как в России, так и за рубежом. И с этим продуктом мы добьемся успехов, без сомнения. Огромное спасибо всем тем, кто поверил в нас и кто на протяжении всего времени нас поддерживал. Также отдельная благодарность руководству университета, всем нашим спонсорам, ну и, конечно же, большой дружной команде Polytechnop Capital Motorsport, которая является частью большого университета, перед которым стоят большие цели.